Первый театр «Глобус» был построен в 1599 году. Это было круглое здание без крыши, предназначенное для летних представлений. Своим оригинальным названием он обязан скульптуре, стоящего на входе Атланта, держащего на плечах шар. На обвивающей его ленте читали слова «Весь мир – театр». Театр «Эспланада» – это сингапурский центр искусств, расположенный на набережной залива. Это театрально-выставочный комплекс, построенный не так давно в современном модернистском стиле, уже успел стать визитной карточкой и архитектурной иконой Сингапура. Крупнейший театр Австрии – Венская опера. Открылась в мае 1869 года премьерным спектаклем «Дон Жуан Моцарта». В оформлении фасада здания присутствуют фрагменты оперы «Волшебная флейта». Театр Ла Скала был открыт в 1778 году на месте церкви Санта-Мария де Ла Скала, откуда и пошло название самого театра. В своем первоначальном облике здание просуществовало до Второй мировой войны, когда театр был полностью разрушен. Метрополитен-опера, которую сокращенно называют МЭТ, была основана в 1880 году. В этом театре нет лож, а сиденья для зрителей расположены непрерывными рядами. Прототипом такого театра без просцениума послужил древнеримский цирк. Сиднейская опера может похвастаться славой одного из пяти самых узнаваемых зданий в мире. В 2007 году Сиднейская опера была признана объектом ЮНЕСКО. В том же году она вошла в число 20 финалистов проекта «7 новых чудес света».